Этот сезон был очень для нас насыщенный. Мы отыграли целый год в Центральной Краснодарской лиге, дошли до полуфинала. Нас редактировал Михаил Михайлович Гуликов, редактор премьер-лиги также. И мы отыграли сезон в региональной лиге Сочи, где стали чемпионами. А женская сборная 49-й школы стала чемпионом в школьной лиге. Девчонки доказали, что КВН – удел не только сильного пола. За смелость и отличное чувство юмора получили благодарственное письмо главы района, подарки и торт к чаю. Школьная команда Сочи вообще отличилась и на федеральном уровне. Ребята посетили дом КВН в Москве по приглашению Александра Маслякова. Теперь в планах юмористов принять участие в зимнем фестивале «Кивин», который традиционно проводится в Сочи.